Работа у них не из легких. Покоя нет ни днем, ни в ночи. А кто к нам на помощь приходит? Приходят трудяги-врачи. А кто нам заштопает рану, аппендикс? Кто нам удалит? Конечно же, люди в халатах. Для них я пишу этот стих. С рождения и до погоста, когда мы в роддоме кричим, до самой последней минуты нам всем помогают врачи. Они терпеливо нас лечат. Не каждый на это пойдет. Людские болячки, болезни. Врачи на посту круглый год. Они за гроши, за копейки работают, чтобы нам помочь. А мы их ругаем частенько. Они же дежурят всю ночь. Есть недруги в белых халатах. Но есть и такие врачи, которые дремлют в палатах, чтоб жизнь человеку спасти. Онкологи, лоры, хирурги. Спасибо вам всем, доктора. Спасибо за добрые руки, за чуткие ваши сердца, за то, что в лихую годину вы жизни своей не щадя вступили в борьбу с пандемией. Спасибо за все, доктора.